Еще до начала схода жители Краснополянского сельского округа смогли задать вопросы руководителям управлений и департаментов администрации города. По многим обращениям сразу принимались необходимые меры. А уже в зале, во время встречи, эти руководители отчитались о решении проблем, с которыми к ним обратились ранее и которые нуждались в дополнительной проработке. Это в том числе введение схемы одностороннего движения на двух улицах, что должно разгрузить центр поселка. А новый корпус на 80 мест, в свою очередь, разгрузит очередь в детский сад. Очень большая очередь сейчас у нас в детский сад. Многим мест, к сожалению, не хватает, граждане обращаются. Но наш детский сад не может предоставить достаточное количество мест для всех желающих. Поэтому мы с надеждой ждем строительства этого нового блока, который будет рассчитан на 80 ребятишек, сможет принять их уже через 2 года. Таким образом мы обеспечим всех желающих местами в детский сад. На встрече с главой города Марина Сафонова попросила помочь найти сотрудников для детского сада и сохранить тех, кто там уже работает. Речь в первую очередь идет об обеспечении служебным жильем. Алексей Копайгородский поручил руководителям профильных ведомств изучить вопрос и в 10-дневный срок внести предложение. В рамках закона необходимо предусмотреть какие-то субсидии для того, чтобы специалисты в социальных учреждениях были укомплектованы полностью. И вторая повестка – это как раз территория, земля. Поэтому здесь нужно найти участки и для служащих в социальных учреждениях с запасом примерно там еще, не знаю, человек на 50 сделать, с учетом всех процессов у нас. И одна из школ, детский сад открылся. Поэтому здесь подойти комплексно. Сход длился больше часа. Все желающие смогли задать вопросы. Отмечу, что ни одно из обращений не осталось без внимания. Если решение не было предложено специалистами администрации сразу, мэр дал 10 дней на его поиск. И вот мнение жителей о прошедшей встрече. То есть очень четко все, очень, ну, как-то с большим желанием помочь жителям, с каким-то участием человеческим. Я, честно сказать, вышла очень довольна. Видно по Алексею Сергеевичу, что настроен он серьезно, что он человек, который решает вопросы. Это видно и по его настрою, и по интонации, откровенно говоря. Мне очень понравилось сегодняшнее собрание. И показалось очень конструктивным. И, ну, таких собраний давно не видел, честно говоря. И еще мэр напомнил главам администрации районов о том, что ограничения на собрания, связанные с эпидемией ковида, отменены. Поэтому необходимо чаще встречаться с гражданами и максимально быстро и эффективно решать их вопросы.